И сейчас я хочу позвать на эту сцену нашего художественного руководителя, народного артиста России, Олега Митяева. Сережа, которому сейчас уже 40 лет. Представляете? Вот. И дело в том, что эта молодежная группа только называется так, а многие из них уже многодетные отцы. И мы сейчас вам нестройным хором споем песню, которая посвящается Международному дню дедушки. Вы знаете, что сегодня День дедушки? Вы еще не знаете, вы позвоните всем своим дедушкам. Объявили конкурс «Большой джаз» телевизионный
выбрали самых лучших, 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 и победил кто? Девочка, где я и где джаз? Победила девочка из города Снежинска, представляете? Она победила весь джаз, и теперь она занимается тем, что покоряет мир. Мы попросим эту девушку на сцену. Настя Иванова. Встречайте, дорогие друзья. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, кричи.
скажет, как здорово, что все здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тебя сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце залеглись. Мечтами и песнями мы каждый вдох напомним, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох напомним, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтый обнимешь, нежно струна осколком эхо пронзит другую мысль. Качнется купол неба большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ирония судьбы, город Москва! Художественный руководитель, народный артист России Олег Григорьевич Петяев! Спасибо, дорогие друзья, с такой замечательной публикой можно спеть еще одну песню. Вообще, эта песня написана про троллейбус, да, троллейбус, который ходил от вокзала до института ЧПИ. Номер один, по-моему. И там какой-то придурок на стекле в январе месяце накалявал: «Крепитесь, люди, скоро лето». И думаю, что какой-то ненормальный, а на душе становилось теплее. Вот. И эти строчки вошли. Вот и все, три недели, возявший проход по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гореть с тем же первым напиться. По расходам метрополитена, по большой разноцветной руке, там сейчас после Нового года до поля заграничных гирляндов, и расщеглилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит, и крещенские звятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой согретой замороженным пролетус на стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и всем от этого становится теплее. И когда через несколько суток по дороге пространства и время мы проткнем шереметьевский супрон и опустимся в море в небе, я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю эту надпись сиреневой мгле, что так любезно была прогрета люди,
покажется теплее. И душа словно льдина чая, дрейф по старым дворам и по кухням. День, с которыми в самом начале мы не знали, что тронется лёд. И на мелкие зайчики солнца разобьются все наши печали. И с добрейшей улыбкой японца круглолицей ехать придёт, когда на сердце. Чего-то ждет, крепитесь, люди. Крепитесь, люди, скоро лето. Скоро лето, нам наше лето. Нам наше лето обязательно придет. Когда на сердце? Когда на сердце? Покойно.